Отойду 2 минуты. Когда принял. Ассист установить для метки. По огненам первый ДК и третий ДК, да? А, гневные духи на переходной фазе. Первый ДК и третий ДК, да? Или как? Все понял. Подтвердил, блядь. Доктор, есть такой, сказать, как называется? Или, наконец, хваленые силы света. Офтальмолог. Мне... Не знаю, может, ты по этому поводу к проктологу ходишь. Когда он тебя там прочистит, у тебя зрение восстанавливает. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной. Нет. Да будет так. Герои в атаку! Сейф, дайте на выйду сразу. Все инры по локам. Смотрим ловушку. Аркон, наверное, да. Не-не-не, РДД было, зря побежал. Ламба. Милики.
Дальше проведи. Ловушку смотрим. Мелики. Чума 3 секунды. Как всегда. Мелики. Ловушка 5. Аркона. РДД. Чума, готовимся. Молодец. Семьдесят семь, готовься на край выйти. Первый сэр на Д. 75. Давай, аккуратненько веди. Войда, чума. Войд, уходи. Вообще нет. Мы нашла. Чума была на маленьких походах и в РДД зону разлиспели. Все, милики ушли, стоим, стопаем, ждем чуму. Чуму надо вынести. На зелоне. Успеешь. Давай, забери маленького тоже. Нет, есть. Хорошо. Нет, 72 все упал. Не падай. А чё, блять? Вы его выносили или чё? Куда чума делась? Она, походу, на мелких была и потом на ханта перекинулась. Нет, это не на тебе чума была. Была на тебе и на ханте одновременно. Чума, крышу выносите, смотрите, если... Ну я, в общем-то, на протопало могу зайти, если надо. Это на ком сейчас? На ноги. Надо сидеть. Чё, протопало, блядь? Решает, что ли? Каноп с маской. Кэрилот надо было прописать или в игру перезайти. В степях подцепил какую-то. Ёбаный в рот! А, педокот у нас? Да, блять, УДЦ, маска. 8 минут, идите
подрочите, блять. Чай попейте. Кто шкатулка Сильвана есть запускать? А можно вопрос, что случилось? Чем мы 10 минут гуляем? Коноп резнулся в духа. Ага. То я просто был занят, мы песенку писали. А там этот, слышите, эту фигню нельзя скинуть антиэррором? Обычно в степях сразу же живые появляются. Сейчас пойдут шутки, что мне лучше знать. Там бла-бла-бла. Чего-чего? Шутки сейчас пойдут, что мне лучше знать. Как там резать в степях? А тебе лучше знать? А что твое место на кухне? Что ты тут делаешь вообще? Ну, почему это... Канобу звук-то отключили? Я оригинально. Так я и не претендовал. Машку, ты кулинарии на сколько прокачан? Знаете анекдот про пойду пасу? И тишина, да? Короче, представьте себе такую ситуацию. Едет в купе в поезде отец с сыном и мать с дочерью. Ну, типа, два разных, из двух разных семей. И все нормально, они вот едут. И сын такой слазит с верхней полки и говорит бате: «Бать, я пойду пассу». Тот говорит: «Ну, иди». А мама с дочкой... остались. Говорят, мама этому мужику, говорит: «Вы понимаете, вот мы дочь воспитываем, у нас там пуританское воспитание, мы так дома не разговариваем. Вы не могли бы сказать, пожалуйста, вашему сыну, чтобы он больше так не выражался?» Тот говорит: «Да, конечно, сейчас он придет, я ему скажу». Заходит, получается, сын, пришел, сделал свои дела. Батя ему сразу в табло только «на». Тот говорит: «Бать, за что?» Тот говорит: «Ты видишь, девка еще ни разу не ебаная, а ты при ней пойду пасу». Ай, да, бля, это бородатое видео. Ну, вообще-то это бородатый анекдот, и это было про генерала в поезде. Там же как его, как рассказывают? Мне там так рассказывали. Там. А чего вы не сказали, что вы его знаете? Постеснялись. Я хотел, чтобы ты проявил себя. И потом, что это все бородатый анекдот, это вся фишка. Есть еще один классный анекдот про льва и дрессировщика. Это когда он спас льва? Не, когда про смертельный номер. Ну давай, лови. Ну, короче, приехал бродячий цирк в какой-то провинциальный городок. Собрался весь город, все, натянули шатер. Там представления, клоуны всякие, эквилибристы. Ну и получается последний номер. Типа дрессировщик тигров, такой здоровый мужик, короче, в кожаных штанах с голым торсом, машет плетью. Там тигры прыгают с этого, с тумбочки на тумбочку, все классно. Ну, как-то обычный такой цирк, ничего, короче, такого особенного в нем нет. И тут дрессировщик это, значит, говорит: «Вы, говорит, наверное, смотрите, вам скучно, а у нас есть, говорит, смертельный номер в нашем цирке. Вот вы сейчас поймете, зачем вы пришли именно в наш цирк».
Тут такой опускается клеть, он просит тишину, чтоб никто ничего. Подходит, короче, к самому такому здоровому тигру, охуевшему, палка ему по роже, на. Тот, короче, рычит, пасть открыл, ему типа, ну, не понравится. Короче, он достает член, ложит ему в рот палкой по морде, на. У того пасть захлопывается, зрители в полном ужасе. Полностью все, тишина кромешна. Тот палка еще раз ему, на. У того челюсти размыкается, он опять рычит. Тот достает член, показывает зрителям, говорит, смотрите, вот ни крови, ни следа укуса, все, в общем, хорошо. Ну, зрители в полном ахуе, они никогда такого не видели. И дрессировщик решил их, ну, типа, знаешь, добить. Говорит, кто может повторить этот номер? И все ж молчат, никто, ничего. И одна женщина такая с заднего ряда говорит, я могу повторить этот номер, только по роже не бейте, пожалуйста. Ну, просто, наверное, никто решил смеяться в РК прям. Ну, я радуюсь, стесняется. Мы все культурные. А так просто у женщины зубов не было. Про батю и сына понравилось. Сколько еще времени нужно? Три минуты. Да, блядь, ну что я должен был сделать? Меня выкинуло мертвым, блядь, из степи, блядь. Как я должен был резать? Альт F4. Да я перезашел в игру. Я не сделал... Зашел бы на кого-то другого, я бы на ДБЦ зашел в игру. Вообще не важно. Это так-то я дзяму зайти не смогу. Рассказывайте анекдоты. Кто еще знает что-то смешное только? Завязывайте с анекдотами, минута осталась. Подходим, блядь. Кто там, блядь? Вторая пати, подходите все. Папироски, фламбы, счастливый, подходи. Все на канале, машиночка, каут, подходим. А чё даже теперь бабу не спасает на вихре, как у принцов, там, когда прожимаешь? Все равно урбан проходит. Жест, Херзул, папироса, машулечка, каут, блядь. Прошел маска, нахуй, мы ждем теперь вас, нахуй, еще 10 минут. Блять, как так? Вам похуй совсем на время? Ёбаный брат. Восемь минут прошло. Я на сигареты схожу пока. 9 минут уже прошло, нахуй. Как у вас, блядь, дела? Машулечка, Ракона, Хрзу. Три тела. Хрзу. Машулечка. Да, я тут. Хорошо. Маша. Может, она на кухне. Ну ладно, у вас нафиг. Может, она в цирк пошла. Я тут. На Аркон или на Машулич? Хваленые силы света, мне
Ты нас больше лайпаешь, чем я. Мы тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил... Чуваки, по 50 голды, блин. Давайте не будем про это. Протовар заебал, кончина ХП. Отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Дно на протоваре. Да будет так. Дефти его, хильте его. Диспельте. Я его первый раз в рейде вижу. Диспельте его ХП. РНД. Чума готовимся. Крэйзи Варл. Как всегда, РНД перешли, миликов тоже видим. Все, хорош. Может, две звуки? РДД. Войд, иди дальше. Чума, одна секунда. Счастливый. Ловушка. Милик. Ширкарялый. Сейчас моют. Берсу снимаю. РНД. Чума, одна секунда. Смотрим, как всегда. 77. Вот моб станет заставить. Милики, прибежали. Где? Запрись РНД, пожалуйста, вот, как всегда. Меня убьют сейчас просто. 73, давай на край. Войд на край. РДД, мильки не летим. Аккуратно, обходи. Зигсвар. 71. 70. Все на край. Капли по Войда. Пасуй. Так, Альтея, гимн на ману. Машулечка ТТ. РДД, хант, бьем от сферы. Рога на поле аж 1-3, хант 2-4. Метку на себя вы. Сколько? 189 хп оставалось у меня. Так. Локи, СС, на следующий переход кените, значит, Харазу по БДК, Крэйзи Варл по протовару. Дневного нахуливаем. Ой, дай бдилку. Не дай бдилку. Ну, я чуть не сорвал. Так, Вары, Рога, Лок. Ой, Рога, я там говорил. Кот, бьем дневного. Там на шеры. Геро.
давайте каску помогаем или лапы. Отмывай. Лапу еще. Папироса гимна маму. Кто сказал гимн? Гимна ману, да, папироса. Сейчас меня разобьют, дам. Просто... Еще раз кому я сейчас. Харзол БДК, по-моему, Крызивару про товару. Иннер и шаман раздаем. Ой, друид. После комнаты каноп споешь гимна ману, машулишка поставишь тотем. У меня нету гимна уже. После комнаты. Слайк, метка. Да, завис.
Что ты делаешь, такая? Отвел тот. Там лужа лежала. Смотри, когда идет. Бегите пока за звездочкой. Когда он кастует духов, он не бьет. Ты за это время можешь отбежать. Именно момент каста начала духа. У тебя 2 секунды есть. Ты просто уже начинаешь смещаться в нужном направлении, он тебя сам догонит. И еще смотри, спиной не поворачивайся, то спиной ты не ворачиваешься, ничего не делаешь. Боком по параллели. Сейчас духи хлопнут, и Альтея гимноман. Давай гимноману. Всё, стой, стой, стой. Потому что меня отреснуло, то сюда нет босса. Смотри, призыв пошел, веди. Сам уходи уже, уходи, уходи, он к тебе придет. Да, если это понимаю. Стой, стой. Да понял я это. Мне пользу. Ману дайте, нет? Все, к трону иди. Сомнений нет. По поводу духов. Лич вызвал духов, меня в другой стороне выкинуло из комнаты. Поэтому он побежал туда. Тебя выкинуло там из комнаты, потому что ты его изначально неправильно в комнату зашел. Сука, блядь. Такое ощущение. У меня знакомая была, блядь. На пятке стола район потерял, блядь, так тут она. Глинка, не те этот самый абсорб. Глинканула я. Глинка, не, я хочу посмотреть. Бля, я не знаю, куда где. Это, бля, максимум меня хуже можно выжить с этого креста ебучего.
Ну, да, было. Ну тут ну нереально больше дать, бля. Ну никак, бля, хоть ухрись. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Да. Что Войт на протовар зашел? Нам повезло, пацаны. Благодарим протовойда. Бля, я тебя я видел, как ты на переходке тужился, блядь. Ты видел, как он зубы зашли, блядь, Войт? Пиздец, зубы влетели, блядь. Я тебе дал исповедь, ее даже как будто не было, блядь. 30% хуясь один, блядь. Давай, Рост. Я, кстати, кто-то диспелл, ну, полез с диспеллом вперед, типа, блядь. Пару диспеллов было чуть ли не в рейде, блядь. Два диспелла, блядь. Не наконите диспелл, кстати. В этом диспелле. Ну он диспалил этот, нет, он диспалил, мне кажется, Сава. Не, полинража, да. Ролик, слышишь, Рэл? Рэл, мне еще нельзя ролить? Можно, чего ты взял? Я, блин, он стопудово лучше моей 251-й пухи. Злом там выше всех на арбу. Пристунул ему вот этому папироса, как передай. Когда я забирал? Нет. Ну, я, конечно, не одет, но я не вагон. Самое обидное, что на сурке под конец боя проебал ДПС, сука. Вот это самое обидное. Так вот, кухтел, 19 держал, сука, в конце боя проебал, все, блядь. Подожди, на ЕПЗ, да? Ой, там приста моего не кикай, короче, этот самый. Я захожу на протопала. Мэра. Кусит. А у кого сколько времени сейчас? Ровно 12. Дай, пацаны, по. Это, если что, напоминаю, ловушка. Плюс там упал с пола, улича стоял. Давай, Ипа. Можно, да? Сейчас. Опять анба. Чё-то как-то разделался серый. Это Алик или кто?
Нет. Нет, это Civil Brothers. Два дня. Правильно. Кто? Уги вас